Мы переходим с вами к третьей сессии. Сессия будет посвящена решениям, опыту. Ну, то есть Александр Васильевич говорил, да, по поводу того, что компании Сингента, специалисты помогают, да, то есть и для того, чтобы мы были более полезны вам со своим опытом, решениями, продуктами, неважно, то есть мы этот, сессию эту будет посвящена. И прежде чем мы начнем, я хотел немножко пойти в статистику. Это данные по урожайности за 4 года. Взял специально за 4 года. В топ-15 подсолнечно-сеющих территориях. Почему именно взял за 4 года? 2020 год какой у нас был? Засуха. Просто засуха была. То есть я сначала смотрел изначально сценарий, когда где-то на декабрь месяц мы шли по 2020 году. Но правильно коллеги многие отмечали, что нам 2022 год много чего оставил в почве, я имею в виду касательно влаги. И, соответственно, уже сейчас есть дельта. Да, то есть мы лучше идем, чем 2020 год. 2021-2022 каждый выходил и говорил, что, в принципе, хорошие года были. 2019 год, там свои какие-то вопросы были, поэтому урожайность за 4 года. Какие, получается, территории посмотрим, да? Ростовская область. Средняя урожайность за 4 года 20,5 центнеров с гектара. Площадь 900 тысяч гектар, это, ну, больше 900 тысяч гектар. Это то, что официально прослеживается. Краснодарский край. Площадь в районе 500 тысяч, 23 центнера с гектара. Ставропольский край 16,8. Но Ставропольский край, если вот так посмотреть, просто уникальнейшая территория, которая, начиная от 250 до 700 миллиметров, может выпадать в данной территории. Да? То есть он начиная там от пустынь и заканчивая на хорошими благоприятными условиями. К чему я это говорю? Да? То есть у нас потенциал современных гибридов, он свыше 50 центнеров. Да? То есть, да, есть гибриды, которые 40-45 центнеров, на что рассчитаны. Когда Александр Васильевич говорил, да, то есть засушливые, там это маркетинг, не маркетинг, ну, понятно, 600 миллиметров там засушливые не нужны гибриды. Да? То есть там нужны хорошие, проверенные, потенциальные гибриды. Касаемо основных, получается, территорий, и уже говорил сегодня Петриченко Владимир о том, что у нас в Саратовской, в Оренбургской области, в Самарской области еще часть подсолнечника находится в поле. И вопрос никто из аналитиков не дается как-то прогнозировать. Почему? Если в центральной части России, там север Ростовской области, есть участки, где подсолнечник просто припорошен снегом, да, то есть и как бы ситуация, можно заходить, убирать, и многие пользуются погодными условиями. В Оренбурге, Самаре, Пензе, Ульяновске подсолнечник стоит, ну, как в глазури, да, то есть выпали осадки, мокрый снег, мороз, и просто это невозможно ничего с этим сделать. Да? Соответственно, эти участки будут так и стоять непосредственно в поле. Поэтому это, конечно, будет немножко давить на ценники. На данном слайде, в принципе, можно все рассказать. Абсолютно. Вот любую тематику, да, то есть из чего у нас строится урожайность. Это количество маслосемянок, умноженное на массу тысячи зерен. И как мы фактически с вами ее формируем? Количество растений, выбираем густоту, да, которая, густота у нас может там от многих факторов зависеть. Да, то есть я там от реакции гибрида, и один из моментов – это запас продуктивной влаги, который есть. Дальше, количество семян на растении. Это мы влияем каким образом? Убираем конкуренцию со стороны сорняков, правильно, грамотно расстановку формируем,
даем борсодержащие какие-то продукты для того, чтобы увеличить количество цветочных бугорков, потому что в фазу как раз-таки у ультраранеспелых это фаза 4-6 настоящих листьев начало. Вот. У среднеспелых гибридов это 6-8, ближе к 8 настоящих листьев. То есть вот здесь как раз-таки растение понимает, сколько влаги питания, отсутствует ли конкуренция со стороны сорняков, определяет, какое количество маслосемян заложить на растение. Почему еще момент, почему я показываю вот этот, получается, слайд, да, то есть вопрос опыления. От чего он у нас зависит? Подскажите. Пчел, еще что? Температур. Еще вопрос, конечно же, это гибридная особенность, это автофертильность, да, то есть это опыление без наличия естественных каких-то опылителей. Очень часто мы с вами в этот, можно сказать, просак попадаем, да, вот процент опыления. Почему? Мы становимся заложниками своего развития. Купили мощный селочный агрегат и стараемся провести пассивную кампанию в течение там 3, 7, 10, там, в зависимости, конечно же, от хозяйства, у всех разная ситуация. И фактически мы с вами очень часто формируем цветение в один период. Очень часто, да, то есть там есть различия, там 3-5 дней. Каждый из вас сталкивается в производстве. Какой-то год стреляет ранний срок посева, какой-то год оптимальный, у кого-то поздние сроки сева. Ростовская область, северная, север, северо-восток области, да, как бы, они уже пришли к тому, что и Волгоградская область пришли к тому, что надо формировать и сроки посева формировать и удают урожайность. 3 года из 4 – это поздние сроки сева. То есть это май практически до начала июня. Мы с вами гадать это можем очень долго. Вспомните 2020 год. Мы в погоне влаги мало, побежали сеять все, дабы использовать ту минимальную влагу, которая есть в почве. Приезжаем в хозяйство, это Егорлыкский район, хозяйство, классная техника, все как бы молодцы, все идеально, все сделали. И до фазы цветения подсолнечник стоял, ну, центнеров на 40, точно. В уборку приехали, 12-13 центнеров убрали. Пассивную кампанию провели за 4 дня в апреле месяце. С 13 по 18 там, апреля закончили уборку. Соседи заняли у этого хозяйства этот же гибрид, который был в хозяйстве. Кое-как на МТЗ проехали, прокультивировали и в мае месяце числа 9-10 отсеялись. На этих же семенах, на это получается, получают 30 центнеров. Да? То есть, как бы, вопрос, что один из моментов, лимитирующий фактор, и вы все его сегодня называли, это запас продуктивной влаги. Другой вопрос – это температура во время цветения. Мы с вами не угадаем этот вопрос. Я призываю вас к тому, чтобы вы готовили не только конвейер по созреванию под уборку, но еще и конвейер цветения. Потому что, да, мы можем с вами выиграть, если мы отсеялись в правильный срок, но представьте, если будет повторение 2020 года. У многих 2020 год до сих пор и в памяти, и в финансовых, получается, вещах он еще таким рубцом остался. Поэтому, коллеги, это один из моментов, который я хотел сказать. Лимитирующие факторы, я сказал, да, то есть потенциал современных гибридов, он доходит до 50-55 центнеров с гектара можно получать. И основной лимитирующий фактор у нас на юге – это влага. Это 70% нашего успеха. Да, есть, конечно же, это сорняки, это болезни, вредители, заразиха. И очень часто они работают еще вкупе. Да, то есть сорняки забирают влагу и питание, являются источником болезней, на них допитываются вредители. Ну, то есть болезни, да, то есть у нас, конечно же, идет колоссальное снижение нашего потенциала. Вредители, помимо того, что с чем мы с вами обычно сталкиваемся на подсолнечнике, сухая гниль,
каждый сталкивается с сухой гнилью. И это проблема не, там, не фунгицидов. Это вопрос контроля у нас чешуекрылых вредителей, клопов растительноядных. Да? То есть вот это наши вопросы, которые нам ежегодно выскакивают. Ну, понятно, с заразихой мы уже, в принципе, могу сказать, научились работать. Да? Если даже есть какое-то минимальное сейчас поражение заразихой, то экономического эффекта такого, который был в 2005-2006 году, уже он не наносит. Потому что современные гибриды, средства защиты растений, плюс уже подход совершенно поменялся. То есть если вы знаете, что эти участки более подвержены заразихой, сразу же выбираем гибриды, которые именно подходят под данную технологию. Это карта выпадения осадков, процент от среднемноголетних. Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область. То есть, если посмотреть, ну, северная часть Ростовской области, ситуация чуть получше. Да, с одной стороны, это не давало хозяйствам закончить уборочную кампанию, и часть еще подсолнечника находится в поле. Но тем не менее, это дает как раз-таки критически важный фактор – это наличие влаги. Сегодня, вот общаясь, в группу там забрасывают некоторую информацию. У всех абсолютно ситуация по запасу продуктивной влаги, она различна. То есть вижу цифры от 60-70 миллиметров по Ставропольскому краю до 120-130-150 миллиметров Краснодар, Ростовская область. И очень-очень много моментов еще и зависит от технологии возделывания почвы. Это Ростовская область. Технология наутил в хозяйстве. Край поля 11 метров, пожарная полоса. Обдисковывается ежегодно, абсолютно по всем культурам. А дальше эта технология наутил. Да? Основной момент по сбору влаги эта технология решает лучше, чем классическая технология. Есть, я не буду всех в лодку одну не посадишь, как бы есть противники наутила, есть сторонники наутила. Я для себя что вот вывод сделал? Самый основной лимитирующий фактор влага – это технология решает. Это осадки, это накопление снега, отсутствие сдувания снега с полей, это меньшая скорость ветра по над поверхностью земли, да, то есть, соответственно, это меньше прогревания почвы. 2020 год, Ставропольский край, два разных подхода в хозяйствах. Это классическая технология, это технология наутил. Да, то есть к вопросу о том, что да, там много еще подводных камней, там и средства защиты растения больше, вредителей больше, но основную проблематику, это же и подтверждают многие исследования ученых, да, то есть это вот Лабынцева Александра Валентиновича, да, запасы продуктивной влаги при различных технологиях. Отвальная вспашка, дискование, прямой посев и посев по методу отчеса. И определяли запас продуктивной влаги в апреле, в июне и в августе. То есть на 30-40 миллиметров запас продуктивной влаги в наутиле он выше. Да, то есть это один из моментов, может быть, кто-то задумается. Не обязательно сразу в омут с головой кидаться на данную технологию. Просто для себя подумайте, да, то есть насколько важна. Вы все сказали сегодня, что подсолнечник сокращать не будем, но будем какие-то корректирующие моменты вводить. Один из моментов, коллеги, это... Компания Сингента уже на протяжении нескольких, там, не знаю, десятилетий, наверное, да, позиционируют гибриды и дает рекомендации именно по такой схеме. Мы пришли к этому. Это занимался Донской зональный институт, это занимался ВНИИМК, да, то есть и что разное получается запас продуктивной влаги, мы должны выбирать разную густоту. Да, то есть и соответственно, да, есть там отличия, можно там по каталогу по гибридам посмотреть, где-то 42 тысячи, 45 тысяч, но самое основное, что
старайтесь использовать эту информацию. Да? То есть если запас до 120 мм в метровом слое, 40-45 тысяч растений к уборке нужно формировать. Да, это плюсом еще где-то 12-15% в зависимости там еще от разных моментов мы добавляем там на вредителей, на всхожесть, там, на различные, на ранний срок посева. Вот. Но я рекомендую вам придерживаться данных рекомендаций. Второй момент, Наталья Михайловна говорила по поводу пепельной гнили. Один из вопросов, который мы выяснили, это опыт в Венгрии. Сеяли 30, 45, 60, 75 и 90. И вы видите, при загущении, это к вопросу, был стресс, соответственно, провокация, да, то есть поражение пепельной гнилью. Это к вопросу о том, что не надо загущать посевы. Да, в некоторых хозяйствах, еще вот сейчас я смотрю на зимой пшеницы, тематика идет, что идет в сторону уменьшения нормы высева. Кто-то этому сопротивляется, кто-то принимает это. На подсолнечнике однозначно могу сказать, что нужно придерживаться выбора густоты от запаса продуктивной влаги. Однозначно, потому что, смотрите, опыт 2021 год. Запас продуктивной влаги, это наш центр экспертизы в Краснодаре, запас продуктивной влаги 153 мм. Осадки от посева до уборки 195 мм. На формирование одной тонны у нас уходит где-то 1400-1800 тонн воды. Да, то есть можно там пересчитать по разным схемам, но мы с вами что видим? Густота 45 тысяч. Но здесь, кстати, мы сеяли просто сеялкой, и понятно, что там где-то там подъели вредители, где-то какие-то вопросы были. Соответственно, целились 45, получили 43,9 тысяч растений. То есть мы видим с вами, что 50-55 тысяч растений сформировало самую максимальную урожайность. Правильно? Если мы будем говорить о густотах выше, 65, 70 и 75 тысяч выше, да, то мы видим с вами просадку по урожайности. И здесь, да, густоту не сформировали нормальную, тоже есть просадка. В 2022 году мы повторили этот опыт, но уже с другим гибридом. Это гибрид Сибакарди. Какие результаты? В принципе, если так посмотреть, 38-40. Ну, цифры одного порядка, да, на такой урожайности, потому что НСР там 5% даже, это будет около двух, получается, центнеров. Но я дальше начал копать и вставил, получается, разницу затрат по стоимости семян, стоимость прибавки и экономический эффект. То есть... Окей, можно и сеять и 60, формировать, чтобы и 60, и 70 тысяч растений к уборке было. Но для чего? Мы с вами фактически экономику самую лучшую видим при сравнении 35 тысяч и, например, 50 тысяч. Мы на 2600 больше дали затрат по семенам. Но экономический эффект мы получили 14 тысяч. Да? То есть, соответственно, и 55 тысяч хороший эффект дает. 45, 60 сносно, да? Сносно. Но, опять же, это на те осадки, которые были. Соответственно, коллеги, если в ваших условиях сейчас 120 мм осадков, да, или там 130 мм осадков, выбирать густоту 40-45 тысяч растений к уборке. Да, прибавляем 12%, соответственно, можем получать именно тот результат, который нам требуется. Меня еще попросили по поводу темы питания. Ну, блин, настолько неблагодарная тема, просто неблагодарнейшая, потому что, пускай просят меня ученые, если подходим к балансовому методу расчета урожайности, как это требуется, выходит 7-8 центнеров, вы крутите у виска, кто это будет вносить? Да, то есть, потому что экономика будет в ноль. Да? Я все-таки вот наблюдая опыты различные, опыты в хозяйствах, как вы это применяете. Да, иногда очень сложно сказать,
Почему именно 100 килограмм сульфаамафоса? Почему не 120, не 90, не 8? Ну, просто вот, ну, взяли такую дозировку. С другой стороны, в каждой территории у вас есть зональные рекомендации. Люди эти, можно сказать, цифры кровью и потом отстаивают. То есть в каждой территории где-то N40, да, P60, калий-60, где-то вот такие рекомендации идут по подсолнечнику. Можно, конечно, тут смотреть по выносу, по пожневным остаткам, по семенам, там сколько отчуждается вместе с семенами. Но самый главный вопрос, то что если мы расчет ведем по каждому полю, то экономика не складывается вот по тем рентабельностям. Мы в 2021 году заложили опыт на центре экспертизы с различными четырьмя гибридами. Это был гибрид Розетта, Avenger, Duncan и Suzuka. Вы видите, это контроль, это 200 килограмм нитроамафоски, это у нас НПКС, это у нас селитра, амафос 50 килограмм, диамафоска и НПК-16. И вы видите, как по-разному отреагировали гибриды на припосевное внесение. Здесь вот просчитаны уже средние цифры по четырем гибридам и как это экономический эффект какой-то создавало. И мы видим с вами, да, мы получили там неплохую прибавку на нитроамафоски, но по факту стоимость удобрения съела нашу прибавку. Да? То есть, соответственно, есть вопросы. Кстати, из всех удобрений, я не знаю, может быть, не согласитесь со мной, нитроамафоска самая тяжелая в наших почвах. Я много потом искал информации, нашел то, что нитроамафоска больше всего содержит неводорастворимого фосфора. То есть, когда мы идем с нитроамафоской в центральную часть Российской Федерации, где pH пятерочка, да, там или 5,5, да, то есть более кислые почвы, там нитроамафоска, и они очень довольны этим удобрением. В наших условиях я такой отзывчивости не видел. Может быть, ваши опыты по-другому. И что хотел обратить внимание, вот этот опыт мы делали на абсолютно, можно сказать, незаряженном варианте. С осени здесь ничего не вносилось. В предшествующей культуре пшеница, там давалась только селитра. И мы увидели, что от припосевного внесения, ну здесь в целом где-то, от 2,5 до 4 центнеров мы получили прибавку. В 2022 году мы немножко изменили подход. Мы с осени дали диамофоску 150 килограмм. И при посеве выбрали, опять же, сульфоамафос 100-150, амафос полтинник, диамафоска сотка, селитра и два варианта азофоски. И, грубо говоря, у нас вариация составила от 1 до 2,6 центнеров, эта прибавка составляла по разным гибридам. И вы видите, какая экономика сложилась. То есть, если мы с осени что-то подсолнечнику дали, то вот эти старые советские рекомендации 10-15 килограмм азота фосфора при старте – это нормальная тема, это рабочая тема, и это привязано именно к подсолнечнику. Если мы с вами… Есть возможность такая, да, очень много нам Краснодарский край говорил о том, что, ребят, мы там с осени там 1,5 центнера амафоса внесли, либо там азофоски внесли, диамофоски, там неважно. То есть это конечно, ребят, но не стоит переоценивать роль припосевного внесения вот именно в элементе технологии. У меня здесь все, коллеги, может быть, какие-то у кого-то есть комментарии и опыт работы вот именно с удобрениями. Не стесняйтесь, делитесь. Был такой вопрос через наш WhatsApp, как повысить масличность подсолнечника? Смотрите, по поводу масличности подсолнечника. Есть разные вариации. В некоторых компаниях это идет наоборот загущение. То есть рекомендации формируются, чтобы увеличить загущение. И мы увидели, что там на 1,5
на 1% увеличивается масличность. Меньше давать азотных удобрений. Да, то есть если мы формируем азотное удобрение в пределах 30-40 килограмм во время вот, начала вегетации, этого достаточно. Потому что даже вот, с Иваном Ивановичем мы посещали, когда хозяйство, даем свыше 60-70 килограмм в ДВ азота, эта проблема начинается и с болезнями. И второй момент, это потом мы видели снижение по масличности. Потому что мы с вами вегетативную массу за счет азота формируем, а фосфора и калия и других элементов на масличность не хватает. Какие еще моменты могут быть по масличности? Вопрос этот больше, наверное, даже к селекционерам. Да? Есть разные методы работы и защиты самих растений. Ну, мы так называем, это высокая получается способность, да, то есть именно формирование урожайности. То есть, например, селекционер отбирает растения подсолнечника. Влаги достаточно, да, то есть полностью все корзинка опылилась, и дошла до уборки абсолютно нормально. Второй вариант. Влаги недостаточно. Он видит два растения. Одно растение тянется и старается вытянуть все маслосемянки, которые есть в корзинке, и другое растение, которое центр сбросило. Это плохо, как вы думаете? Если центр сбрасывает растение. А? Конечно, плохо. Вот, абсолютно верно. То есть, если растение на момент, получается, мы с вами вернемся, на момент 4-6, например, настоящих листьев, закладывала цветочные бугорки, определяла количество маслосемянок, которые будут в корзинке, и выбрала там 2500 маслосемянок, заложила. Корневая система по мере роста в фазу цветения, начала налива, опускается вниз, понимает, что влаги не хватает. Неумное растение старается тянуть эти все 2500 маслосемянок. Умное растение сбрасывает эти 500 маслосемянок, которые в центре, дает эти 2000-1700 этих маслосемянок, но они абсолютно выполнены, и, соответственно, мы имеем тогда хорошую масличность. Поэтому это один из моментов, в том числе это работа, конечно же, селекционеров. То есть, и если мы говорим, вот сегодня был приятно слышать, да, что на гибриде Алькантари, да, то есть там 51% получили масличности, да, то есть и площадь не маленькая. Поэтому это основные такие моменты. Еще момент, который есть по масличности, конечно же, чем мы лучше сохраним листовой аппарат, тем мы больше будем иметь накопление именно масла, да, то есть в наших маслосемянках. Спасибо. Спасибо. И еще один вопрос из чата. Как высчитать правильно норму посева, если много проволочника, и он съест определенное количество растений? Смотрите, это самое сложное в каком плане, потому что хуже получается, это когда у тебя выпадают растения, да, то есть или когда ты там двойники формируешь, вот, чем, например, ты ошибешься изначально с густотой, да, то есть вот это вот пропуски, это более сложная система. Если по проволочнику, то обычно хозяйства стараются до 20% накидывать добавочный коэффициент, то есть если густота должна быть 50, да, то есть дополнительно 20% к этому докидывают. Но другой вопрос, не нужно сидеть, ждать, пока съедят ваш подсолнечник, а нужно использовать современные средства защиты растений. Так как подсолнечник – это культура точного высева, в связи с этим нам нужно сформировать как можно большую густоту стояния растений. Да? То есть если мы с вами посеяли 50 тысяч семян, соответственно, получить плюс-минус то же самое количество, которое мы
посеяли. А для этого нам нужно как можно лучше защитить наш с вами семенной материал, чтобы болезни и вредители не повлияли на норму высева. А для того, чтобы защитить семена и молодые растения подсолнечника, компания Сингента предлагает на сегодняшний день три вида обработки семян. Это стандарт, которая включает в себя фунгицидную защиту, технология Крузер. К фунгицидам у нас добавляется продукт Крузер, всем вам известный тиаметоксам, и продукт Epivio Energy. И максимальная технология защиты, самая инновационная, это технология Крузер Force, которая включает в себя помимо фунгицидной защиты и тиаметоксама, еще и дополнительный продукт под названием Force. Также туда добавляется Epivio Energy. Давайте с вами сейчас посмотрим, какие же основные болезни уносят у нас с вами густоту на ранних этапах, то есть на семенах, какие инфекции поражают семена и молодые растения. Это фузариозная корневая гниль, белая гниль подсолнечника, сухая гниль подсолнечника и ложно-мучнистая роса. Для борьбы с ложно-мучнистой росой пойдем от обратного. В компании Сингента есть лучший препарат Апрон Голд для борьбы с ложно-мучнистой росой. И также продукт Максим 25 грамм флудиоксанила, который закрывает практически весь спектр почвенной инфекции, который находится у нас с вами на полях. Следующий аспект, с которым нам нужно побороться, защитить наши с вами семена, это как раз-таки вредители. Так же, как и молодые растения, так и семена повреждаются у нас в большом количестве проволочником. Также начинает повреждать хрущи, чернотелки. И последние годы у нас высокая численность долгоносиков наблюдается, которые также очень сильно вредят нашим с вами посевам. Для борьбы как раз-таки с небольшой численностью проволочника и остальными надземными вредителями компания Сингента рекомендует использовать продукт Крузер. Практически 70% семенного материала гибридов подсолнечника идет в обработке как раз-таки Крузером. В связи с тем, что сейчас предприятия уходят от вспашки и либо же пашут один там раз в 3-4 в 5 лет. Соответственно, мы с вами видим как раз жизненный цикл проволочника, который составляет от 3 до 5 лет. Соответственно, если мы пашем один раз в 5 лет, у нас спокойно происходит развитие проволочника, и мы с ним никаким образом не сможем побороться. В течение последних 5 лет компания Сингента проводит картирование именно этого проволочника. То есть наши специалисты, коллеги из Сингента СИЦ выезжают в предприятия, выезжают на поля, проводят раскопки и определяют, какое же количество проволочника находится на полях. И мы с вами видим то, что на сегодняшний день более 2 миллионов гектар подсолнечника находятся под угрозой. Почему? Потому что среднее количество проволочника на одном квадратном метре более 3 штук. Соответственно, путем математических вычислений мы приходим к тому, что 3-4 штуки проволочника у нас с вами съедают подсолнечника на 3000 рублей. Соответственно, 2 миллиона гектар мы умножаем на 3000, мы с вами ежегодно можем терять, скорее всего, теряем 6 миллиардов рублей. Это огромные цифры. Для того, чтобы избежать потери густоты стояния, для того, чтобы максимально побороться с вредителями почвенными, компания Сингента выпустила новую технологию. Это технология Крузер Форс. То есть помимо действующего вещества в тиаметоксама, там еще находится тифлутрин. Тифлутрин – это контактное действующее вещество, которое не проникает в растение, а образует вокруг него газовую фазу и обладает репеллентными свойствами. То есть вредитель даже не подходит у нас к корневой системе и проростку подсолнечника. Тем самым максимально мы защищаем именно наши с вами семена и молодые растения. Как я сказал ранее, тифлутрин – контактное действующее вещество, и его работа начинается с того момента, когда мы с вами посеяли семена и произошел контакт действующего вещества с почвенной влагой. Тиаметоксам же проникает у нас в растение и движется вверх вместе с
ростом растения и немного проникает вглубь вместе с развитием корневой системы. Пришло время переходить на более инновационную систему защиты подсолнечника. Соответственно, чтобы избежать потери от проволочника в размере 3-4,5 тысяч рублей на гектар, нам необходимо добавить наши с вами затраты всего 500 рублей на гектар, применив продукт Force. И крайний на сегодня продукт от защиты семян – это EPO Energy, который входит уже в технологию Cruiser защиты и Cruiser Force – это EPO Energy. И на сегодняшний день компания Syngenta Seeds 100% своего семенного материала и подсолнечника, и кукурузы обрабатывает данным продуктом. Что же это такое? EPO Energy – это биостимулятор, который обладает в своем составе большим количеством микро-макроэлементов, также гуминовые кислоты входят в его состав, которые активируют ростовые процессы семенного материала, увеличивают энергию прорастания. Также большое количество элементов питания позволяет молодому растению активно потреблять их из почвы, и мы наблюдаем более равномерные дружные всходы. И также в состав данного продукта входит вытяжка из морских водорослей, которые позволяют активировать работу почвенной микрофлоры. Соответственно, мы улучшаем резосферу вокруг корневой системы молодых растений. Коллеги, на этом у меня все. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Олег, спасибо большое. Есть вопрос по поводу подгрызающих совок. По подгрызающей совке. Есть такой продукт, называется Forzea. Зарегистрирован на кукурузе, для защиты семян кукурузы. Практически, наверное, 80% семенного материала кукурузы идет в обработке как раз-таки Cruiser Force. Это уже стандарт. Соответственно, что входит в его состав? Также туда входит тиаметоксам и туда входит тефлутрин. И данная система защиты имеет регистрацию по борьбе с подгрызающей совкой. На подсолнечнике, ну если и то, и то у нас, вернее, и тиаметоксам, и тефлутрин входят в состав как Cruiser Force, так и Forze, соответственно, тоже работает на подсолнечнике данная комбинация действующих веществ. Вопрос еще по поводу ноутил технология. По вашим наблюдениям, увеличивается численность проволочника, кивсяков, ложнопроволочников? Естественно, увеличивается, потому что не происходит искусственной борьбы с данным вредителем. То есть вспашка, да, там какие-то воздействия на почву, они не оказываются, и у нас не происходит гибель этого вредителя искусственно, механическими орудиями. Спасибо большое. Уже добрый вечер, коллеги. Мы поговорим про новый, гербицид, походу уже порядка 3 лет, Листега Про. Одна из наших последних новинок для защиты подсолнечника. Кто-то уже применял, коллеги? Насколько я знаю, да. В частности, будут у нас еще отсылки. Но суть в чем? Гербицид Листега Про создан для производственной системы Clearfield Plus. То есть, насколько вы знаете, у нас достаточно такая обширная линейка защиты как по Clearfield технологии, по технологии Clearfield Plus, по классике в том числе. Но также у нас появился еще и гербицид Листега Про, который максимально чем отличается. По сути, это продукт, который сварен заново. В нем зашиты уже запатентованные прилипатели, которые помогают максимально повысить эффективность данного гербицида по тому же спектру действия, который был и по знакомым нам Каптора, Каптора Плюс. Основное отличие в чем? Он однокомпонентный. Здесь только имазомокс. То есть из всей группы и медозолил гербицидов, это самый системный продукт, который есть на самом деле. Что касается регламентов применения, ничего особо не изменилось. Как была фаза применения максимальная, оптимальная для самой культуры, 4-5 листьев, норма применения 0,8 литров. Спектр действия, вы видите на экране, по большому счету, он закрывает основной спектр тех сорняков, которые мы можем встретить на наших полях, за исключением, конечно, каких-то там сложных корнеспусковых, в частности, но тем не менее на них он тоже имеет воздействие.
В частности, вот фотографии, как это происходит с бадяком полевым в Тамбовской области. Ну, по большому счету, как бы они везде одинаковые, как таковые. То есть мы видим эффективность, он максимально придавленный, культурен, до определенного момента уже не будет никаким образом оказывать на нее влияния негативного, ну и, соответственно, как бы в дальнейшем он тоже это сделать не успеет. Но возникает как бы вопрос. Есть Каптора Плюс, которая также гербицид, который присутствует в этой самой системе производственной, для чего, собственно говоря, была создана Листега. Как бы мы знаем прекрасно, что момент применения, как правило, это у нас май месяц, мы можем столкнуться с различными негативными проявлениями, прежде всего погоды, повышенные температуры и что-то подобного плана. Это когда мы... Культура может попасть под фитотоксичность своеобразно. Ну и, соответственно, пострадать, как говорится, мы можем что-то потерять. В частности, здесь у нас был предложен такой, сделан опыт непосредственно. Что смотрели? Как бы смотрели в сравнении с контролем применение Листега Про, Капторы, Капторы Плюс и ближайших аналогов, которые, ну, смесей, которые могут соответствовать для этой же системы, собственно говоря, и на что работает. И самый основной момент, мы знаем, когда большие площади, фаза культуры такая, достаточно оптимальная фаза культуры для применения гербицида, достаточно узкая. И что происходит? То есть было три варианта, вот А, Б, С. То есть, соответственно, это семядоли, первая пара настоящих листьев и, ну, собственно, 4-5 листьев. И как это все сказывается в конечном счете на самой культуре? Ну, на самом деле сказывается. Фитотоксичность, прежде всего, смотрели. Ее поймали, на самом деле, только при самом позднем применении. Причем у наших конкурентных продуктов, то есть это уже даже не то, что конкретный продукт, а смесь как бы и мазамокса, и мазапира с прилипателем непосредственно. То есть как выглядит фитотоксичность у подсолнечника, я думаю, все прекрасно знают, представляют, чем это все заканчивается. Также по эффективности самого гербицида, в принципе, ко всем вариантам, как таковых, вопросов каких-то особых, ну, у нас не возникло, разумеется. То есть уже через 72 дня даже после применения мы вводим прекрасно, что на самом деле с сорняками вопрос решен. Основной вопрос, разумеется, у нас где? В бункере, собственно говоря. И вот здесь мы уже можем прямо отследить, что, например, применение Листега, Капторы, Капторы Плюс, да и, в принципе, получается, конкурентных продуктов было примерно на одном уровне, кроме как применение в последних фазах. Там уже как раз, где мы получаем фитотоксичность, мы таким образом как бы, ну, наносим удар по культуре и, соответственно, теряем урожайность. И, собственно говоря, Листега Про, одна из основных целей его создания, однокомпонентного гербицида, это максимально снизить это возможное проявление фитотоксичности, ну и, соответственно, в конечном счете, потери урожайности, которая может наступить. Второй момент, в принципе, где, почему, собственно говоря, появились эти системы. Понятно, мы, конечно, получили гербицид, который по вегетации контролирует как злаковое, так и двудольное засорение, но и контроль заразихи. Эта тема актуальная, она разрастается, я думаю, все, кто, у кого она есть, знают, что это такое. На данном слайде представлен именно тот момент, когда заразиха начинает, ну, образно говоря, нападать на растения. То есть корневые волоски выделяют свои, как бы... Хорошо сказал, назовем это выделениями, как говорится, семена заразихи это слышит, видит, чувствует, начинает прорастать, присасываться корнями, собственно говоря, начинает уже ну, пользоваться культурой как паразит непосредственно. А самый основной момент применения, не применения, а момент заражения происходит как раз-таки в начальных фазах вегетации. То есть, и, соответственно, в этот момент, если мы не поборемся с этим паразитом, мы, соответственно, получаем максимальное снижение своей, всей урожайности, учитывая, что как бы, заразиха может атаковать растения, по большому счету, на всем периоде. Но уже после цветения и позже это уже не так скажется на урожайности, на всем остальном. И, собственно говоря, вот как пример того, как это происходит, Листега в сравнении с контролем, в частности, ну, традиционно это Ростовская область, Морозовский район, вы знаете, как бы это один из таких наших, наверное, регионов, где заразиха наиболее злая, вредоносная, и там просто одной генетикой не спасешься, как бы. Даже через 30 дней как бы справляется, как, ну, мы видим, как это происходит на контроле. В сравнении с той же самой Капторой, которая, ну, как более известна, мы знаем, как бы, как работают эти продукты. То есть это все оттуда, да, Иван, да? АЕ.
Ну и, собственно говоря, вот понимая, что если мы ничего не сделаем, в частности, что касается непосредственно именно контроля заразихи, то мы будем примерно вот такой вот вид иметь под каждым растением, неисчислимое количество. При этом еще умудряемся получать урожай на самом деле. Хотя, конечно, снижение мы видим ежегодное. Еще один из моментов у Листега Про, который, опять же, изначально как бы задумывалась и была цель, это мы все знаем, что все гербициды ими группы так или иначе имеют последействия. Буквально только что мы проговорили, что следующая культура, идущая за подсолнечник, это озимая пшеница. И в случае сухих годов, когда там меньше 300 мм выпадает осадков, мы видим эту фитотоксичность, антоциановость, задержка роста, отсутствие кущения с осени. Ну и, соответственно, сами понимаете, как бы это уже идет непосредственно снижение урожайности как таковой. Вот, в частности, один из примеров – это Волгоградская область. Как раз-таки цель была не именно проверить эффективность самого гербицида, как он работает, а вот именно какое последействие он оказывает в следующем звене севооборота, как таковым. Ну, мы видим, это Волгоградская область, может, урожайности для нас не самые, как говорится, интересные и весомые, но, тем не менее, разница была поймана довольно-таки значимая. Даже для Волгоградской области 7,8 центнера гектара именно за счет отсутствия последействия как такового. А вот пример уже применения Ставропольского края вместе с отзывом. Вот здесь уже какая-то, ну как, то, что сохраненный урожай не такой высокий, как, например, в Волгоградской области, но сама суть, как бы, вы знаете, что нам, когда, если мы говорим про озимую пшеницу, очень важно получить кущение, как бы, чтобы она в зиму ушла и отлично перезимовала в конечном счете. Как раз таки подобные последействия может этому препятствовать. Ну, в принципе, это оттуда же, подсолнечник перед, ну, по сути, уже перед уборкой. Как мы можем обратить внимание, эффективность налицо, все великолепно. То есть, если как бы подытожить, то Листега Про у нас достаточно мягкий гербицид с минимальным возможностью получить фитотоксичность. Боремся с заразихой не хуже, чем при применении Каптора, либо Капторы плюс. Ну, в зависимости от технологии, которая применяется. И самое главное, меньше давления на следующие культуры в звене севооборота, которые могут произойти. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Если попали во время опрыскивания под дождь, да, то есть смыло препарат явно, есть какие-то возможности перерабатывать там или бессмысленно? Смыло настолько, что вы видите, что эффективность... Ну, через два часа пошел дождь, или там через час пошел дождь. Ну, через два часа, на самом деле, для Листега, учитывая его прилипателя, я думаю, как бы вполне достаточно для того, чтобы успеть питаться растение. Но вы имеете в виду, когда мы перекрываем, когда есть необходимость просто переработать, да? Да, этот да. Факт. Фитотоксичность будет присутствовать на подсолнечке? Смотрите, давайте немножко прокомментирую. Если дождь прошел сразу, то есть 20-30 минут, да, то, соответственно, некоторые хозяйства перерабатывали. Вопрос дальше, что мы накладываем двойную дозировку действующего вещества, соответственно, это ограничение в севообороте. Если мы, опять же, работаем чистым имазамоксом, потому что у нас имазопир более длительно разваливается в почве, соответственно, мы меньше рисков имеем, но при этом их не исключаем. Другой момент. Почвенное действие у миндазоленоновой группы, оно будет. Поэтому тут нужно будет посмотреть, наверное, по сорнячкам, да, то есть насколько они восприняли эту обработку, и тогда уже принимать решение об обработке. По поводу, очень много часто задается вопрос по поводу фитотоксичности на подсолнечнике. Замечено, например, вы работали, неважно, Каптора, Листега, до дождя, например, и у вас фитотоксичности вы не увидели. Работаете после дождя, у вас окошко образовалось, вы работаете. Бывает, что проявляется фитотоксичность. Почему? Смывается восковой налет, действующее вещество заходит в растение быстрее, и, соответственно, вызывается такое проявление. Другой момент, хороший вопрос. И в 2020 году, обращайте внимание, если я не ошибаюсь, у нас также была ранняя Пасха. Да? То есть, как бы, ну, кто-то ориентируется на это, кто-то не ориентируется, но заморозки до мая месяца у нас присутствовали. И хозяйства, которые в 13 мая, 17, 21 мая были вот как раз-таки заморозки. Кто попал трое суток
до обработки, трое суток после, ну, именно в заморозке, те попали под сильное проявление фитотоксичности. То есть вот эти вот моменты по регламенту применения препарата, их тоже нужно будет учитывать. Коллеги, и в качестве, да, то есть вот экспертного совета я два слова скажу, я много не буду говорить. У нас на финальном этапе уже находится новая технология гибридов, устойчивых, как под гербициды, под производственную систему Clearfield, Clearfield Plus, так и Express. Она называется AIR. Это ALS, ингибитор, резистенс подсолнечник. То есть, что фактически дает AIR-технология? Это возможность прежде всего выбирать препарат в зависимости от тех сорняков, которые у вас формируются в поле. Да, то есть, грубо говоря, вы купили гибрид, фактически у вас сложилась ситуация, что у вас больше осотов, бодяков в поле. Что мы чаще используем для контроля? Лучше экспресс в этом отношении работает, да, и имидазоленоновая группа чуть хуже в этом отношении работает. Злаки есть, двудольные какие-то сложные засорения. Однозначно это Clearfield, Clearfield Plus. Плюс мы не знаем, например, историю поля. Соответственно, мы выбираем под данную технологию. А здесь это вам дается свобода для того, чтобы выбрать препарат, независимо уже от того, что какой вы гибрид выбрали, а гербицид вы выбираете по вегетации уже. Другой момент. У каждого, наверное, в практике, особенно если есть несколько технологий в хозяйстве, механизатор по ошибке, экспрессом ударили Clearfield гибриды, Clearfield'ом ударили, наоборот, экспрессовские гибриды. Ну, то есть такое происходит. У каждого практически в практике это сталкивается. То есть в этом отношении исключается фактор. Даже если он что-то напутал, да, то есть отработал экспрессом, ничего вы по большому счету от этого не потеряете. Другой момент. Что у нас было 2 года назад? Все начали насыщать оборот рапсом, лен масличный. При этом ограничения, например, по имидазоленоновой группе, особенно если это там препараты, включающие имазопир, это ограничение практически до 3 лет. И по рапсу классическому, и по льну. Но, например, это вы уже делаете на этапе весенний период. Вы как руководитель приняли решение о том, что необходимо пересмотреть структуру севооборота? Или вам руководитель спустил, что необходимо пересмотреть структуру севооборота? И еще один дополнительный момент, положительный, это то, что AIR-гибриды меньше реагируют на последствия ALS-ингибиторов с предыдущих, получается, культур. То есть фактически у нас возникает возможность использовать все преимущества, те, которые есть у нас в Clearfield, в Clearfield Plus и в Экспрессе, в данной технологии. Вот так выглядят участки, где производились обработка. То есть высеян гибрид, который на завершающем этапе находится, зарегистрирован сейчас в Венгрии и Румынии. Это Футура и Риса Корсика. Без обработки и гибриды под Clearfield, Clearfield Plus и Сульфа. Двойная обработка Capture Plus. Мы видим, что AIR-гибриды спокойно выдержали. Clearfield Plus нормально. Clearfield, фитотоксичность проявляется, на сульфа, ну, довольно печальная картина. Двойная дозировка экспресса. AIR спокойно, сульфа спокойно, Clearfield, Clearfield Plus более сильно пострадали. Не рекомендация, это чисто вот показать селективность гибридов. Смешиваем экспресс с Capture Plus, обрабатываем, да, видим проявление небольшой фитотоксичности, если сравнить с этими вариантами. Но если сравнивать с вот этими вариантами, то сами понимаете, какая ситуация. Это опыт Аргентины. То же самое, то есть это у нас классический подсолнечник, это сульфа-подсолнечник, это AIR-подсолнечник, это Clearfield-подсолнечник. И различные вариации были.
ДВшки указаны те, которые зарегистрированы в этой стране. Да, то есть это вообще не касается на наших рекомендаций. То есть и мазопир четырехкратная обработка, экспресс двойная, четырехкратная, смеси. И мы видим, что ИР-2 прототипа гибрида спокойно себя чувствует на любых обработках. Вопрос, конечно же, встает о урожайности, и вопрос встает, часто мы слышим про падалицу, да, то есть как убирать эту падалицу, да, то есть если она настолько устойчива. Это опыты, которые мы в 2022 году посещали в Сербии на международной конференции по подсолнечнику, и здесь проводились обработки. То есть все те действующие вещества, которыми мы контролируем падалицу, клеофилд, клеофилд плюс и сульфа, оно все контролирует, AIR-падалица туда же входит, потому что это также устойчивость к ALS-ингибиторам. То есть 2,4-D в пшеничке кто-то использует, кто-то уже отходит от этого, дикамба контролирует, мезотрион с дикамбой, он и мезотрион сам прекрасно работает, а вот он, кстати, есть, а в двойном действии это вообще шикарно. Дикамба шикарно, клопиролит, кто работает, может быть, там на рапсе, на зерновой группе, да, и МЦПА. Ну, вот здесь часть, получается, видите, рядков как бы нормально отконтролировалась. Мы на некоторых точках видели этот контроль довольно неплохой по МЦПА. То есть фактически у нас с вами мы закрываем контроль падалицы в зерновой группе, в кукурузе, в рапсе, ну, да, не дай бог, в сахарной свекле, там, если вылез этот подсолнечник, да, то есть основной момент, но я думаю, это не актуально для региона Юг, но, может быть, это вопрос по сое. То есть по сое мы сейчас еще смотрим действующие вещества, да, то есть которые будут контролировать. И тут вопрос не AIR-падалицы, а вообще в целом падалицы клеофилд, клеофилд плюс и экспресса именно в сое, потому что там используются такие же действующие вещества, то есть на основе ALS-ингибиторов. То есть нету ни гормональных продуктов в этой культуре. Вопрос тут был через WhatsApp. Проводились ли опыты влияния гербицида экспресс Евролатик на урожайность при сравнительно чистом поле, когда можно обойтись баранованием или культивацией, но был уже посеян подсолнечник по гербицидной технологии? Смотрите, вопрос. Многие хозяйства начали отказываться от междурядной обработки. Это неправильно. То есть мы перешли, понятно, что ноутил, там технология, мне никто не говорит, что туда нужно будет лезть с междурядной обработкой. Если почва забита сорняками, такими как осоты, и мы видим, что мы ее до конца не контролируем, после обработки у нас еще сорняки находятся в междуряде, нам нужно растению дать возможность оторваться от сорняков. Междурядная обработка в этом отношении будет выигрывать. Второй момент. Если у нас почва забита, ей требуется воздух растению, любая междурядная обработка дропачами, лапой, там, ну кто чем делает, да, вот, долотьями, это все будет давать возможность. Вплоть до того, что разницу хозяйства, которое замеряют, без обработки междурядной и с междурядной обработкой до 2 центнеров разницы. То есть однозначно этот прием нужно, если это требуется в технологии, если это требует ситуация, то это нужно использовать. Может быть, это немножко нас расслабило, когда мы вводили клеофилд, клеофилд плюс. Да, и один из моментов, что 14 дней там не проходим, не проводим никакие междурядные обработки. Ну и мы так, как и привыкли, да, то есть что не требуется. Спасибо. Добрый день, коллеги. Очень рад присутствовать сегодня в нашей большой аудитории. Я представлюсь, да, повторюсь. Мое имя Владимир Илюшин. Я являюсь техническим экспертом, региональным экспертом компании «Валагро» и представляю интересы на территории Российской Федерации. Сегодня с вами мы поговорим о новом направлении в компании «Сингента». Это биологические продукты и питание растений и их применительное отношение к нашей с вами культуре, к подсолнечнику.
Наверняка большинство из вас знает, что компания Сингента 2 года назад объединилась с крупнейшей компанией по производству биостимуляторов, итальянским предприятием, компания Valagra. И сегодня мы рады вам предложить полностью, причем это единственная компания в мире, предложить полный спектр средств защиты растений и биологических продуктов, покрывающие вопросы минерального питания, устойчивости к абиотическим стрессам, листовым подкормкам, водорастворимыми НПК и другими формами микроэлементов, хелатируемыми либо EDTA, хелатными агентами, лигносульфонат аммониум. Ни одна другая компания в мире из традиционных производителей химических средств защиты растений не может предложить своим партнерам такие решения. Если кто-то не знает или забыл, как выглядит продукция компании Valagra, вы можете видеть их на своем экране. И сегодня весь этот ассортимент доступен для вас в каталоге компании Сингента в том числе. То есть объединив все лучшее, что создала природа, мы предлагаем новое направление в этом бизнесе. Говоря применительно о выращивании подсолнечника, хотелось бы акцентировать ваше внимание на критических фазах развития и каким образом благодаря применению биостимуляторов по контролю стресса мы можем позволить раскрыть этот потенциал. На начальных этапах роста и развития подсолнечник может испытывать негативное воздействие от действия низких температур, несмотря на все рекомендации высевать в определенные температурные и погодные условия, мы всегда гонимся за первым лимитирующим фактором – это влагой, и стараемся как можно раньше посеять эту культуру. Но, соответственно, молодые всходы сталкиваются с негативным воздействием низких температур, то есть температуры ниже 7-8 градусов по Цельсию являются неблагоприятными для нормального роста и развития этой культуры. Дополнительно мы знаем, что воздействие любых гербицидов, даже из самых современных по технологии, негативно воздействует в виде фитотоксичного проявления на эту культуру растения. Что происходит, когда применяется гербицид? Растение впитывает действующее вещество, формирует большое количество активных фор кислорода, которые препятствуют нормальному росту развития. Процессы гликолиза замедляются, и, соответственно, растение останавливается в росте. Так вот, обработки биостимуляторами на основе аминокислот могут позволить быстрее возобновить нормальное развитие и уйти от этого стресса. Будь это действие низких температур, высоких температур, если мы говорим про более поздние сроки развития этой культуры. Также негативное воздействие любых средств защиты растений, которые применяются на подсолнечнике. Так вот, в период цветения, действительно, когда мы тоже можем сформировать или увеличить, приумножить потенциал урожайности, применение мегафола совместно с фунгицидом поможет вашим растениям раскрыть потенциал. Благодаря тому, что в этот период мы сможем обойти стресс, вызванный высокими температурами или снижением количества продуктивной влаги, которая доступна будет через корневую систему. И для того, чтобы произошло качественное оплодотворение наших семян, первый фактор – это наличие влаги. И второй фактор – это активная фотосинтетическая деятельность. Применение биостимулятора в этот период помогает запустить эти процессы. Итак, в стрессовых условиях мы можем контролировать и поддерживать рост наших культурных растений, но биостимулятор не был бы биостимулятором, если бы он выполнял только одну функцию. Благодаря наличию в составе не только аминокислот, но и других компонентов, например, бетаин, может способствовать ответной реакции растений на агенты, которые вызывают стресс. Витамины и биомолекулы способствуют более активным процессам фотосинтетической деятельности. Причем часть биомолекул, они являются производными этих аминокислот и других фитогормонов. То есть все это будет способствовать более активному ростовым процессам. Благодаря исследованиям и деятельности компании Valagra, а именно технологии GeoPower, которая позволяет оценить действие продуктов за пределами видимого глаза, а именно оценить экспрессию генов как ответная реакция на раздражители, на различные виды стресса, мы можем сказать, что применение биостимулятора Мегафол позволяет контролировать разные типы стрессов
с разной интенсивностью. Если говорить про стресс, вызванный наводнением, например, затоплением, когда корневая система испытывает такой эффект, как аноксия, отсутствие кислорода в корнеобитаемой зоне, или наоборот стресс, вызванный жарой, то эти факторы могут снизить достаточно значительно нашу урожайность. Так вот, применение биостимуляторов позволяет сохранить потенциал урожайности более чем на 28%. Если говорить засуха или переохлаждение, аналогичным образом происходит активация других типов генов, отвечающих за контроль этого типа стресса, и мы сохраняем наш потенциал почти наполовину от того, который мы можем потерять. И самый, на самом деле, вроде бы страшный для нас с вами, но легкий с точки зрения контроля стрессов, это механическое повреждение или гербицидный стресс. Потому что в этот период растения формируют действительно, если механическое повреждение, повреждение градом, большое количество жасмоновых, абсциссовых кислот, которые отвечают за раневой стресс. И вот обработки биостимулятором способствуют более быстрому восстановлению и стимулированию ростовых процессов. В случае с гербицидами мы позволяем растению запустить процесс активации митохондрий. Митохондрии являются энергетическими заводами наших растений. Выводить активные формы кислорода, и растение быстрее продолжает развиваться естественным образом. Не только негативное воздействие абиотических стрессов может послужить поводом для применения биостимуляторов, но даже в оптимальных условиях для роста и развития применение мегафола позволяет запустить процессы по синтезу белков. Непосредственно аминокислоты в составе, аланин, аспаргиновая кислота, цистеин, позволяют запустить транспортные функции, поддерживать запас, естественный запас аминокислот в растениях. Если говорить о оценке генетических маркеров в ответ на обработку, то ответная реакция этой гена более чем 4 раза гарантирует эффективность запуска процессов. Фотосинтетическая активность также, особенно для подсолнечника, является ключевым фактором успеха урожайности. Первое, как минимум, сохранение листового аппарата. Второе, его активность. Так вот, аминокислоты в составе позволяют растительным тканям формировать и участвовать в синтезе хлорофилла и увеличивать эту фотосинтетическую активность. Плюс витамины внутри состава. Ни один другой продукт на рынке не содержит витамины в составе биостимуляторов и антистрессантов. Так вот, витамины внутри состава мегафола позволяют обеспечить энергетическим запасом рост растений. Итак, мы решили вопрос со стрессами, с потенциальными стрессами, которые могут возникнуть у вас в ходе роста и развития. Теперь хотел бы уделить ваше внимание на вопросе увеличения урожайности. Или даже сказать не на вопрос увеличения урожайности, а на раскрытие потенциала тех гибридов, которые вы выращиваете с точки зрения получения максимальной отдачи. Итак, компания Valagra создала инновационный биостимулятор под названием Yieldon. Yield переводится как урожайность. Он – это просто кнопка включения. Это абсолютно инновационный биостимулятор, который запускает процессы, влияющие на сохранение и раскрытие потенциала урожайности. Этот продукт был создан исключительно для пропашных культур и сейчас является номер один продуктом и с биостимулятором в мире на пропашных культурах. Если раскрыть информацию, что внутри состава этого продукта, и взять за чистый вид сухое вещество, то 2/3 этого сухого вещества будет состоять из экстрактов трех различных типов растений. Это морские водоросли семейства фукоидные, это экстракты определенных проростков злаковых семейства мятликовые и широколиственных на примере марий белой, то есть марьевых, хеноподиум. Более того, весь этот продукт Yieldon обогащен особыми микроэлементами, которые играют важнейшую роль в большинстве полевых культур. Это цинк, марганец и молибден. И все это вместе нам позволяет раскрыть потенциал урожайности, влияя на три главных, так скажем, с точки зрения оценки экспрессии генов, механизма действия. Первым, наверное, механизмом действия и самым
так скажем, играющим или обильным является активная транспортировка сахаров и питательных веществ внутри растения. Я об этом немножко позже скажу. Второй фактор содействует лучшему делению клеток и большей, соответственно, производству семян как в размере, в калибре, так и в их количестве за счет более активного цитокинеза, то есть деления клеток. И в конце концов, применительно к подсолнечнику, к сое, к рапсу, обработки елдоном запускают определенные гены, отвечающие за синтез и транспортировку липидов, то есть жирных кислот, что влияет на увеличение масличности. Сегодня этот вопрос поднимался, каким образом мы можем увеличить масличность. Так вот, есть одно из готовых решений применительно к масличным культурам на примере елдона. Обращу ваше внимание на одну из функций, а именно на более активной транспортировке сахаров и питательных веществ, потому что на культурах, семена которых не имеют способности фотосинтезировать, проявлять фотосинтетическую активность, это очень важно. То есть нам важно от наших тканей, от клеток, поглотителей, источников, доставить огромное количество сахаров и питательных веществ в ходе фотосинтеза непосредственно к генеративным органам, те, которые не имеют способности фотосинтезировать. В данном случае это семена. На других полевых культурах это могут быть корнеплоды, клубнеплоды и так далее. То есть за счет того, что мы запускаем более активные процессы движения сахаров, питательных веществ от ассимиляционной поверхности через флоэму, мы способствуем накоплению большого количества как липидов, так и сахаров, так и биомассы, которая влияет на активное увеличение урожайности. Плюс другая часть клеток отвечает активным образом за такой процесс, как деление клеток, то есть реакция ауксин. Ауксин – гормон роста и ростовые процессы. Так вот, большое количество генов выражает экспрессию, то есть активность после применения елдонов, именно стимулирующий рост развития этих клеток. Семена становятся большего размера и в количественном выражении их становится больше. Ну и последнее, да, о чем я вам говорил ранее, это действительно масличность, но этот вопрос мы уже раскрыли. Если говорить по рекомендациям, дозировкам, то здесь все абсолютно очень просто. Обработки елдоном рекомендуется проводить в фазе 8 настоящих листьев начала бутонизации. Это позволит нам сформировать максимальную урожайность. Вы видите, синим цветом выделены две культуры, на которые на текущий момент имеется регистрация в России. Серым цветом это те культуры, которые имеют мировой опыт использования этого продукта, и мы как раз в текущий момент работаем над расширением регистрации и на остальные культуры. Я не говорил в отношении мегафола. Обработки мегафола в зависимости от типа стресса могут варьироваться от 1 литра до 2. И здесь каждый агроном должен принимать решение индивидуально, находясь на поле, какую дозировку он должен выбрать. Вопрос тоже прозвучал. Если растение не находится в стрессе, имеет ли смысл работать биостимуляторами? Ответ однозначный – да. Потому что мы запустим дополнительные ростовые процессы. Мы усилим активность фотосинтеза. Мы увеличим транспортировку липидов и синтез липидов и жирных кислот, соответственно, в этом культурном растении. Это также будет влиять на раскрытие потенциала нашей урожайности. То есть когда нам, провести тоже аналогию с человеком, вроде бы и много витамина D, солнце светит положительно, но все равно нам чего-то не хватает, и нам хочется съесть фрукты, и это положительно на нас влияет. Соответственно, и обработки биостимулятором позволяют раскрыть потенциал растения еще в большую сторону. Но всегда нужно оценивать... Если я буду возвращаться к презентации, но в нормальных условиях роста и развития мы можем запустить процесс производства и транспортировки биосинтез липидов жирных кислот и запускать процессы более активной фотосинтетической деятельности у растений за счет биостимуляторов в составе. Добрый вечер. Мы с вами плавно перебрались в вечер. Фунгицид. Я думаю, что все прекрасно знают, все прекрасно понимают, что это инструмент или это решение для любой культуры, для подсолнечника в том числе, который нам
не добавляет урожайность. Он нам помогает сохранять то, что до определенного времени мы с вами заложили, вложили, да, используя удобрения, используя качественные семена и так далее, и так далее, идя по технологии, да. Поэтому, чтобы мы были все на одной волне. Конечно, фунгицид прежде всего призван защищать растения или лечить растения от каких-либо заболеваний. Но современные фунгициды, и их все больше и больше в портфелях любой компании, они помогают решать не только проблемы заболеваний, да, но и многие из них, это стробилурит-содержащие фунгициды, это карбоксамид-содержащие фунгициды, на физиологическом уровне помогают растения справляться в том числе с какими-то некритическими стрессами, да, потому что сегодня я слышала тоже очень хорошую фразу, да, о том, что бывают в Ставропольском крае, да, и в других территориях очень такие критические условия по засухе, суховее, да, что бы ни рассказывали о физиологических возможностях фунгицидах с критическими условиями, да, отсутствие полного отсутствия длительного периода влаги, там даже дождей или еще каких-то условий, конечно, фунгицид в таком случае – это не волшебная палочка, не волшебная вода. Смотрите, ну, на самом деле не претендую на три, если вообще брать вообще этот прием как прием, да, не претендую, что слагаемых успехов фунгицидной защиты должно быть три, как мы это видим, да, их может быть, конечно, не три, и совершенно абсолютно правильно, их не три слагаемых, но… В основном это знать врага в лицо. Об этом нам сегодня Наталья Михайловна очень хорошо и подробно рассказывала. То есть мы должны понимать, с чем мы имеем дело. Знать и вовремя его идентифицировать, вовремя определить, да, с чем мы работаем. Потому что на самом деле много и неинфекционных проблем на том же подсолнечнике. Да, и естественно, мы понимаем, что с фунгицидом мы здесь бессильны. Выбрать оптимальное время, да, то есть или вовремя сработать, это тоже сегодня уже затрагивалось. Выбрать именно ту фазу, когда отдача от этого приема будет максимальной. Ну и, естественно, выбрать решение, потому что фунгицидных решений, в том числе на подсолнечнике, их очень много. И могу сказать с уверенностью, что в портфеле компании Сингента тоже будут появляться новые решения, да, постепенно, начиная с конца этого года. Мы тоже смотрим в сторону расширение фунгицидного портфеля на пропашных культурах. Вы сегодня видели этот слайд, я быстренько просто еще раз напомню о том, что разные периоды времени появляются болезни, их действительно много. Наталья Михайловна сегодня сказала, да, что не обязательно, что они все вместе появляются, но что их объединяет? То, что максимально скапливаются, да, или максимально начинают оказывать свое вредоносное действие, они именно в период какой? Тонизация, начало цветения. То есть это та фаза критическая, наиболее такая важная, скажем так, фаза для того, чтобы подсолнечник в это время был защищен. Почему важна обработка именно в это время? Сегодня тоже звучало, да, уже и от Натальи Михайловны, да, что резко падает иммунитет именно в этот период, как у любого растения, подсолнечник. Он восприимчив становится больше, да, к заболеваниям. В этот период у растения сформирован весь листовой аппарат, то есть есть где разгуляться любому заболеванию на самом деле. Да, и практически полностью сформирована корзинка. И в этот период, конечно, потеря листового аппарата к этому времени и дальше будет, конечно, влиять на качественные и количественные параметры урожая. Ну и еще факт, о котором тоже вы все многие знаете, да, что вклад листьев у подсолнечников в будущий урожай, он не одинаков. И что верхняя половина листьев, да, от того, насколько она здоровая, насколько она фотосинтезирующая, составляет 76%, да, она вкладывает именно в будущий урожай. Поэтому, конечно, здоровье верхней половины листьев, она очень важна. Но с точки зрения фитопатологии, я всегда говорю, никогда не забывайте и про эти 24%. Почему? Потому что все же ярусно, да, и многие заболевания, да, они, особенно листовые заболевания или листовые, которые переходят в стеблевые формы, они начинаются все-таки с более нижних ярусов, и вот эти 76%, они напрямую зависят и от 24% в том числе, скажем так. Эту табличку вы тоже сегодня видели, да, несмотря на то, что болезней на подсолнечнике очень много, практически
не все, но очень многие из этих заболеваний могут быть отконтролированы, да, или могут контролироваться с помощью фунгицидов. Некоторые из них, да, и, то есть это может быть дополнительной мерой, да, некоторые из них, они, как ржавчина, например, да, контролируются только с помощью фунгицидной обработки, но гибриды, да, там, само собой, я сейчас не беру другие приемы. То есть фунгицидная обработка в отношении отдельных заболеваний очень важна. У нас есть решение, да, я думаю, что с этим решением многие из вас знакомы, и сегодня уже это звучало. Я не хочу вдаваться сильно в технические части, да, в технические какие-то подробности. Просто скажу, что да, у нас есть фунгицид, и в основном мы говорим в большей степени об Амистаре Голд, как о фунгициде, который был разработан и выведен специально для пропашных культур. У него есть много преимуществ, но, наверное, три основных. Это то, что благодаря своему составу это и длительный период защиты от достаточно широкого спектра заболеваний вы видите здесь. То есть то, что прописано в регистрационном свидетельстве, и то, что действительно контролируется с помощью этого фунгицида. Кроме того, что это профилактика и лечебный эффект по этим заболеваниям, это еще воздействие на физиологию и иммунитет растений. Это, как скажут, новое направление вообще во фунгицидной защите, что на зерновых. Ну, уже не новое, можно сказать, да, но это не просто триазол, да, не просто фунгицид, это фунгицид с физиологическим эффектом. Ну и формуляция вот к третьему пункту на самом деле всегда относится так, ну, как к какой-то такой красивой фразе, да. Формуляция создана специально для пропашных культур. Но нужно сказать, что фунгицид это же не только 2ДВ, которые соединили, да, и которые там в жидкую форму поместили и обработали. Это очень большое количество всевозможных компонентов. А вы знаете, что лист пропашной культуры, особенно подсолнечника, это опушенный лист, это достаточно сложный лист для нанесения. И кроме действующих веществ, естественно, туда нужно добавить очень большое количество всевозможных прилипателей, пенетраторов, чтобы максимально быстро эти необходимые действующие вещества доставить в нужное место, да, без потери рабочего раствора, без снижения фунгицидной активности. Но кроме того, что значит, это фунгицид, как я уже сказала, это возможность повлиять и на физиологию подсолнечника. Это более эффективное использование воды за счет того, что значит, ну, здесь идет влияние на регулировку водного баланса, это более эффективное усвоение азота, ну и подавление выработки этилена в том числе. То есть мы знаем, что когда культура испытывает стресс, она хочет, не хочет, но из-за биологических своих особенностей начинает вырабатывать гормон старения, потому что, ну, это так заложено природой. А, значит, такие обработки, они все-таки подавляют выработку этого гормона. Ну и первое, что мы всегда с вами, когда говорим про физиологию растения, да, или воздействие на физиологию растения, вот вы используете свои, на своих полях фунгициды, будь то на зерновых или на каких-то других пропашных культурах, слыша физиология, с чем сталкиваетесь? В первую очередь это озеленяющий эффект, то, что мы привыкли видеть глазами. А на самом деле, да, такое тоже есть, но здесь скорее надо говорить не о том, что мы каким-то образом с помощью этих фунгицидов подкрашиваем, да, там, листочки каким-то образом, да, это скорее более глубокий процесс, это процесс сохранения темпа фотосинтеза, не разрушение хлорофилла, хлоропластов, да, то есть растения, которые обработаны фунгицидом, они выглядят более долгий период зелеными, а зеленые листья – это в любом случае защита от стресса, защита, вернее, работа на будущий урожай. Сегодня слышала о том, что работают и 3, и 4, кто-то, да, сегодня говорил раза по подсолнечнику. Ну, на сегодняшний день есть два варианта развития событий или два варианта применение фунгицида Амистар Голд на подсолнечнике. Это официально зарегистрированное однократное или двукратное применение. Если смотреть в сторону однократного применения, то это та критическая фаза, о которой сегодня мы много говорили. Да? Это фаза бутонизации, начала цветения. Чем ближе к критическому периоду вы будете работать, тем лучше. Ну, возможно, и двукратное применение. Чаще всего это фаза, Вань, поправь меня, если не так, это фаза 8-10 листьев, ну, в принципе, до 12 листьев тоже, да, допускается. И вторая уже, как, про фазу, про которую я уже говорила. Есть вот такая карта, конечно, карта, да, хотелось бы, что карта
успеха применения технологии Амистар была бы более, скажем так, обширной, но тем не менее в разных зонах вашего региона, при разных погодных условиях, здесь и 19-й, и 20-й засушливый год, и 21-й, и даже, по-моему, 22-й, просто год здесь не поправили, да, сохраненный урожай с применением Амистар Голд абсолютно разный. Если вы обратите внимание, есть пометочки по применению этого продукта не только на кондитерке, да, но и на масличной, масличном подсолнечнике. Естественно, цифры разные. В периоды, это 20-й год, да, где мы видим, например, сохраненный урожай 1,7, вот если обратите внимание, да, то это, скорее всего, по Ставрополю, например, то это, скорее всего, это работа с физиологией культуры. Ростов-на-Дону, обратите внимание, да, хороший сохраненный урожай. Почему так, как вы думаете? Почему здесь может быть выше вот эта отдача от применения фунгицида? Так, прозвучало стрессов больше. Ростов, почему у вас такие могут быть сохраненные урожаи? У вас там ржавчина для вас не диво, да, дивное. То есть, естественно, когда фунгицид применяется на фоне заболевания, да, отдача от такого фунгицида может быть выше. Но несмотря на то, что фон может быть разный, да, даже отдача от физиологии при низком инфекционном фоне, она тоже может быть. Мы будем продолжать собирать истории успешного применения фунгицида на территории региона. Ну, будем надеяться, что мы будем делать это вместе. Спасибо. О чем я расскажу? Ну, сейчас у нас портфель против вредителей всего скудный. Один продукт – Амплига. С конца этого года, я хотел бы вам рассказать немного кратко, пока просто познакомимся. С конца этого года мы ожидаем новый продукт регистрации на подсолнечнике. Это продукт Euphoria Top. До этого немного Иван рассказал о том, что на Украине против щупоноски использовали тиметоксам. Так этот продукт как раз и содержит одно из этих действующих веществ. У него входит состав 3ДВ. Это тиметоксам, это лямбдацигалатрин или фенурон. 3ДВ из разных классов, которые позволяют контролировать широкий спектр вредителей. Сейчас он на данный момент зарегистрирован пока только на озимых зерновых, но с конца этого года мы получим дополнительные регистрации. Это на подсолнечнике, видите, широкий спектр, тли, хлопковая совка, луговой мотылек. Кроме этого, он будет контролировать и других вредителей, но это пока будет официально внесено в свидетельство о регистрации. Нут и горох. Кроме того, у него будет регистрация на сахарные свекли. Получается, что продукт будет зарегистрирован также на всех основных культурах. Чем он отличается от обычной эйфории? Вот, как раз вот вопрос. Чем он отличается от обычной эйфории за счет того, что туда добавлен люфенурон? Что дает люфенурон? Он, во-первых, расширяет спектр вредителей по сравнению с обычной эйфорией. И плюс добавляет определенные свойства. Это авицидное действие. Ну, допустим, простой пример. Тот же самый, если люфенурон, многие считают, что это спецкультурное противочешуекрыльное действующее вещество. Да, но это немного не так. Он контролирует не только чешуекрылых. За счет своего авицидного действия он увеличивает его эффективность на зерновых, допустим, против того же трипса авицидным действием, против клопа вредная черепашка и против других жесткокрылых или позже использовал жесткокрылых вредителей. И вот это добавление люфенурона позволит ему лучше контролировать жуков, дополнительно контролировать чешуекрылых вредителей и проявлять авицидное действие. Спасибо большое, Александр. Я хотел бы немножко дополнить по поводу Euphoria Top и его позиционирования в портфеле. Ну да, понятно, что эта регистрация будет в конце года, но тем не менее, это будет в ситуациях, когда в фазу 8, 10, 12 настоящих листьев у вас есть проблематики, вам нужно отконтролировать, например, ту же шипоноску, вам нужен теметоксам, вам нужно снять лугового мотылька, хлоп
хлопковую совку, может быть, полетели первые возраста. При этом амплига ложить в этот период, ну, как бы дороговато, да, то есть, соответственно, вот это решение, вот эта ниша как раз-таки для вот этого сегмента. Лезть с этим продуктом цветения из-за теми таксама, конечно же, мы с вами не полезем, потому что будет влияние на естественных опылителей. Поэтому это вот первые обработки на начальном этапе.